Плановое отключение горячей воды летом – не самая приятная новость, которая всегда застает врасплох. А ведь именно работы по испытанию тепловых сетей, которые проводятся в этот момент, позволят жильцам многоэтажек не остаться зимой в случае аварии без горячей воды в батареях. Стоит отметить, что в весенне-летнее время ежегодно Брестское котельное хозяйство выполняет большой комплекс работ, и все они направлены на подготовку объектов к отопительному сезону. В настоящее время основная часть работ уже выполнена. Так, проведены профилактические работы на всех котельных, и к настоящему времени получено заключение Госпромнадзора о готовности котельных к работе в осенне-зимний период. Кроме этого, продолжаются работы по испытанию тепловых сетей. В процессе этих испытаний выявляются и устраняются неисправности тепловых сетей. Кроме того, продолжается работа по их модернизации. На балансе предприятия 317 километров тепловых сетей. И ежегодно ведется планомерная работа по замене трубопроводов, срок эксплуатации которых истек. Проводится замена на новые предварительно изолированные трубы. Что касается этих труб, то они позволяет существенно снизить потери тепловой энергии. Если в 2002 году у нас потери тепловой энергии составляли более 18%, то за прошедшие 20 лет они снизились до 9%. Сейчас новые трубы уложены на 9 километрах. Предстоит заменить 12 километров 600 метров тепловых сетей. Наиболее масштабные работы продолжаются в микрорайоне Вулька по улице Рябиновая. Происходит земляные работы, то есть раскопка всего этого, демонтаж трубопроводов, плит, то есть вскрытие крамер, то есть, потом идет монтаж, то есть переварка старых труб на новые, и обратная засыпка, то есть восстановление нарушенного благоустройства, то есть растительности, покрытий. Если старые трубы изолировались вручную рулонными материалами, то в новых уже предусмотрена гидроизоляция на стадии производства. Они и прослужат дольше 30 лет в сравнении с 25 ранее. Брестским котельным хозяйством уже проведены комплексные работы в микрорайонах Березовка, Восток и Дубровка. На данный момент помимо Вульки начаты работы на Речице. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.